Группа компаний «Домотей» является крупнейшим в стране производителем мяса индейки под знаком «Халяль». Убой и переработка мяса индейки на предприятии, оборудование и помещение комплекса организованы с соблюдением норм ислама, установленных требованиями к производству, изготовлению, обработке, хранению и реализации продукции «Халяль». Комплекс по производству мяса индейки «Домоте» представляет собой вертикально интегрированную структуру с полным производственным циклом. Инкубатор, площадки подращивания и откорма, завод по убою и переработке, собственное производство кормов. Все этапы производственной цепи полностью соответствуют нормам «Халяль». Первый этап – инкубация. Инкубатория группы компаний «Домоте» – это предприятие закрытого типа, расположенное вдали от города в Нижнеломовском районе. Доступ на объект разрешен только сотрудникам предприятия. Каждый сотрудник при входе, выходе и при перемещении по объекту проходит предварительную санитарную обработку. Такой подход позволяет получать в инкубатории здоровых индюшат, которых на специальных цыплятовозах перевозят в птичники подращивания. Процесс подращивания молодняка птицы, доставленный из инкубатории, осуществляется на 7 специализированных площадках подращивания, на территории которых расположено 36 специально оборудованных птичников. Доступ на площадки строго ограничен. Обслуживание всех птичников на площадке осуществляют всего 5 специалистов. В каждом птичнике установлены системы кормления, поения и климат-контроля. Корма, применяемые при выращивании индейки, содержат только халяльные ингредиенты, а ветеринарные службы «Домоте» осуществляют постоянный контроль стабильности качества производимых кормов. Вода для поения птицы подается из артезианских скважин. Процесс подращивания занимает 42 дня, после чего индюшат перевозят на площадки откорма. Откорм индейки проходит в 144 специально оборудованных птичниках. Площадки откорма полностью соответствуют нормам биобезопасности. Все корпуса расположены на удалении друг от друга, для того чтобы исключить возможность переноса инфекции в случае ее возникновения. В каждый птичник осуществляется посадка одновозрастной птицы. Соблюдаются строгие санитарные условия для обслуживающего персонала. Откорм птицы производится в течение 63 суток, после чего птица отправляется на завод по убою и переработке. Для убоя и переработки мяса индейки группа компаний «Домоте» построила птицеперерабатывающий завод в зоне транспортной доступности от птичников. Сегодня завод является крупнейшим и самым современным в Европе по уровню технической оснащенности. Убой и переработка птицы – одно из самых важных звеньев производственной цепочки. Птица доставляется на завод специализированным транспортом. Вся птица проверяется представителями государственной ветеринарной службы, которые проводят ветеринарно-санитарную экспертизу птицы при приемке и в процессе убоя. Оглушение индеек производится оглушающим устройством, процесс работы которого проверен экспертом «Халяль». Эффективность оглушения птицы проверяется специалистом каждый час. Убой производится в ручном режиме и полностью соответствует требованиям «Халяль». Благодаря ручному убою мясо максимально обескровливается, кровь стекает струей, что положительно сказывается на его качестве и сроке годности. На всех этапах убоя ведется постоянный контроль со стороны экспертов «Халяль» за санитарным и гигиеническим состоянием помещений, оборудования и персонала. Все последующие процессы производства проходят в полном соответствии с самым жестким санитарным требованиям. После тепловой обработки, снятия перьев и потрошения птица подвергается ветеринарно-санитарной экспертизе, для чего в секции потрошения оборудовано рабочее место ветврача, осматривающего тушки. Далее тушки индейок поступают в камеры охлаждения и в отделение разделки. Важной особенностью системы охлаждения является охлаждение исключительно воздухом, без использования лишней воды, влаги, а также без хлора и надуксусных кислот, что позволяет снизить риск обсеменения и получить качественный продукт без использования дополнительной химии. Завод группы компаний «Домоте» — единственное в России предприятие по переработке индейки, где применяют воздушную систему охлаждения. Отделение разделки оснащено самым современным оборудованием и позволяет производить широкий ассортимент резаной продукции – грудное филе, крылья, каркас, голень, бедро, спину. Разделанная продукция укладывается на лотки, которые поступают на упаковочные машины. По желанию заказчика продукция маркируется знаком «Халяль». В этом случае на партию полуфабрикатов выдается сертификат о халяльности этой продукции. Компания «Домоте» крупнейший производитель мяса индейки в Российской Федерации и внедрила в себе систему добровольной сертификации Международного центра стандартизации «Халяль» и контролирующие все производство от начала продукта до готовой продукции. Компания «Домоте» сертифицирована Советом муфтиев России и уже третий год подряд подтверждает свое соответствие требованиям «Халяль».
Каждый год комиссия производит оценку всего производства мяса индейки, а эксперты халяль изучают сопроводительную документацию и технические инструкции.